готовность, а именно завершение. Поэтому даже в сравнении с тем, вот сейчас, что сделано уже по тротуарам и по дорогам, и высадка озеленения, в сравнении с тем, вот, что даже есть в действующей зеленой зоне, конечно, разница. Да? Там подобраны очень хорошие деревья, кустарники, сбалансированные такие. Не то, что хорошие, сбалансированные. И по возрасту, и по, наверное, необходимости именно применения в той части. Поэтому надо теперь посмотреть и загармонировать, чтобы и в зеленой зоне они примерно были аналогичны. Иначе там они будут уже стремительно расти, а здесь еще будут развиваться. В этой части долго придется ждать. Все остальное я хочу сказать спасибо, прежде всего, строителям, городской власти, что они вот наметили сроки сдачи там до середины октября. Практически они все это исполнили. Остаются еще светильники, буквально в ближайшее время подходит, они здесь загармонировать должны их тоже вот с теми светильниками, которые находятся в зеленой зоне, да, это принципиально важно. Ну и практически все, там какие-то недоделки остались, все, улица, вот стандарт улицы, как должна будет устраиваться. Поэтому уже вот эта часть тоже будет касаться к большому пешеходному кольцу, она практически у нас уже в том формате, в котором она планировалась, она будет сделана. Это очень важно. Поэтому у нас останется продолжение. Мы сейчас будем думать, как по реконструкции проспекта Кирова. И городская власть над этим сегодня работает вместе с общественностью. И другие программы уже, которые будут представлять больше возможностей. Не только говорить об одной улице. Одна улица для нас было начало. Мы на ней тоже учились, мы привлекали всех специалистов, кто в этой части, ну, уже ушел вперед. Вот коллеги ездили сейчас в Казань, смотрели, как там сделано, потому что они немножко там пораньше двигаться начали в этих направлениях обустройства городского пространства. Но я хочу сказать, это получился хороший такой пример, который уже надо развивать максимально на улицах города.